Прибыл в Севастополь. Вот автовокзал. Такой вот. Патриотической столицы Севастополь написано. Столовая Греча. Железнодорожный вокзал Севастополя. Здесь картины продают. Балаклава. Мы в Балаклаве. Рассказываем о Балаклаве, Генуэзской крепости, на военном заводе «Штольня» по желанию купания с катера. На маршрутную прогулочку на катере приглашаем прочтение экскурсии «Расставка Штольни» Балаклава, Генуэзской крепости, завода «Штольня», выход в открытое море. Приглашаем отдыхающих победителям недорого приезжать в экскурсии на катере, выйти в открытое море, полюбоваться побережьем. Приглашаем вас. Куприн Александр Иванович. На улице жара. Время уже 35:06. Люди есть. Он уже с этого возраста вышел. Вон, да, вот для таких. Классная посудина. Ресторан. Рыжик, привет. Ты живой, нет? Что-то худой какой-то. Здесь столько рыбы в Балаклаве, ты худой. Сколько рыбы здесь. Рыжик худой. Раньше я проходил туда, гулял. А сейчас проход запрещен. Каждый год какие-нибудь новости. Детский сад.
Тавризулу, Фарик, Кефаль, Окунь, Сул, Танка. Thank you.
Красивый вид. Вход подводных лодок. Напугал, слушай. Ты меня напугался, а я тебя. Вот на лавочку присел и картину рисуй. Девушка. Улица Назукина. Она же набережная. Татьяна мыс. Винторг. Свободные номера, сауна, хамам. Туалет 40 рублей. Там на набережной 25. Устрицы, улитки, мидии, рапаны. Вот на это мы поедем. Идем, кондиционер есть. Севастополь. В Севастополе крышу снял. С ночевкой, но что-то болею. Нету настроения снимать. Планы были другие, вообще настроения нету. Народу прилично в него набивается. Сейчас фантастично.